But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. У нас первый поход за грибами. Грибник. Привет. Обнаружили какой гриб. Такой большой. Сейчас, ну, я думаю, он червивый, но посмотрим. Он червяк. Ну, в этом году самые первые лисички, которые нашли. Тут комары, капец. Вы уходите. Да? Лисички, лисички. Скажите пару слов. Классные лисички. Блин, классно. Наверное, там их очень много. Где мы, помнишь, собирали? Угу. Сейчас на жарёвку наберем. Да, ну что, товарищ, устал? Ходить устал? Оля добывает грибы. Ребят, всем привет! Доброго времени суток! Как ваши дела? Как ваше настроение? Мы сегодня поехали за грибами. Нашли уже немножко. Ну как нашли? Я нашла. Мои немножко походили. И так как здесь куча комаров, они пошли, конечно же, в машину. Я нашла... лисички. Ну, конечно, пока еще не очень много, но уже на картошечку пожарить хватит. Сейчас еще похожу, сначала с вами немножечко поговорю и пойду дальше собирать. Жарко в лесу. Не то, что жарко, душно. Хочется снять кофту, но комары просто сожрут, если я ее сниму. Только останавливаешься, они просто на тебя нападают. Сегодня посмотрела ролик Нины. У Нины нашей мания преследования просто. Кручивают ей комментарии. Нина, боже мой, да кому ты нужна? Чтоб на тебя еще тратить деньги, заказывать какие-то комментарии. Люди просто пишут свое мнение. Если оно тебе не нравится, это не означает, что кто-то стадо, как ты пишешь. Нет, люди не стадо. Знаете, у меня тоже сначала было хорошее мнение о Нине. Я не понимала, почему ей пишут плохие комментарии. У меня аж волосы мокрые. Я не понимала, почему. Я даже первый ролик сняла и спрашивала людей, ну почему вы такие злые? Ну снимают люди, ну кушают, ну полная она, ну что тут такого? Но потом Ниночка мне открыла глаза, какая она на самом деле. Если бы Нина мне не открыла на себя глаза, возможно, я о ней бы и не снимала ролики. Но я просто поразилась, какой человек двухличный. Сначала она мягко стелит, как говорится, да жестко спать. Так вот, мне понравилось. Ниночка себе бросила 1000 рублей и сказала, вот видите, как нужно донатить. Она показала, что ей кто-то задонатил 1000 рублей. Возможно, я не спорю, может и задонатил. Но почему-то я вот именно сейчас не верю в то, что ей кто-то задонатил. Я думаю, она сама себе их бросила, чтобы сделать активность. Показать, как нужно донатить блогеру. Не по рублю, не по 10 рублей. А почему ты оскорбляешь людей и называешь нищебродами, если они тебе бросили 10 рублей? А что тут такого? Может, у человека много денег нету, но он хочет поддержать блогера и бросил тебе 10 рублей. Но что же тут такого? Ты должна быть благодарна и за это, а не называть человека нищебродом. А, значит, люди, которые бросают по 1000, это нормально. Если тебе бросили 10, 50... Вы нищеброды. Зажралась ты, Нин. Что понравилось мне, вещала она нам про пчел. О, комар сидит. Что она пчеловод, собирает мед. А вы так, пчелы, которые мед приносят, да, иногда ужалят, пожужжат. А Нинка-то мед собирает. Нин, а ты не задумывалась, что иногда пчелки улетают от пчеловода? Бывает, да, улей берет и улетает. И тогда у пчеловода нету меда.
А что ты будешь делать, если в какой-то момент люди договорятся и хотя бы месяц тебя не будут смотреть? И эти, как ты говоришь, тебя 20% смотрят из-за границы, с которых ты получаешь деньги. Раз, и ты эти деньги получать не будешь. Как ты по-другому запоешь, мне интересно. Она говорит, вот видите, я отключаю комментарии, а меня все равно смотрят. Ниночка, да ты не на одно видео отключай комментарии из 5, а ты на месяц отключи комментарии. Чего ты боишься-то? Если ты такая смелая, такая уверенная в себе, что тебя будут смотреть. Да, смотреть будут, но не в таком количестве. Ниночка, кстати, хочет, чтобы ее обозревали только обзорщики, которые поют хвалебные оды. Она о каком-то обзорщике говорила. Я не знаю, этого обзорщика ни разу не видела. Но уже даже не видя, я понимаю, что там поются хвалебные оды. Уж извини, Ниночка, что я обозреваю и говорю свое мнение. Но говорю то, что я вижу, то, что ты показываешь, а не просто что-то выдумываю. Ребят, так что наша королевишна зазналась, в себя поверила, и меньше 1000 рублей вы ей просто даже не шлите, а то вы будете нищебродом. Знаете, даже если мне бы 10 рублей прислали, я бы была человеку благодарна. Ведь главное, с каким посылом человек отправляет тебе эти деньги. Да, возможно, у человека больше нету. Ну а что тут такого? Даже за рубль нужно быть человеку благодарным. Ведь это его заработанная копеечка, которую он подарил тебе. Так что нужно быть благодарным, Нина. И знаете, я не верю в то, что она говорит, что ей там шлют денежки там по рублю или по сколько. Маленькая сыроежка. И с проклятиями. Да, люди бывают разные, но я не думаю, что настолько, чтобы ей отправлять, что мы тебе за упокой поставили свечки. Но это такой уже бред. Вот честно, я в это не верю. Знаете, у меня на канале был один человек, единственный человек, который у меня заблокирован, который мне написал проклятие и проклинал моего ребенка. Но это он не слал мне на карточку, да? Он просто написал. Я думаю, если бы этот человек хотел написать какие-то проклятия, он бы написал их в комментарии, а не слал бы на карточку. Ну, все это, знаете, это была подготовка к донатам. Она вчера говорила об этом, сегодня. И сегодня показала, что ей задонатили 1000 рублей. Типа, вот видите, завидуйте мне. Видите, мне денежки шлют. Так что на колбасу мне опять хватит. Ну, так что, кто любит Ниночку, кто мне пишет, идите на работу, что вы ее обсуждаете и так далее. Вы не мне пишите. Вы пишите смс-ку Ниночке и бросайте 1000 рублей. А мне писать не надо. Мне все равно, знаете, в одно ухо влетело, в другое вылетело. То, что вы там пишете гадости. Меня это совсем не трогает. Совершенно. Не знаю. Кстати, я удивляюсь. Я думала, что я буду переживать, да, что мне будут писать какие-то неприятные комментарии. Ну или это с годами уже пришло. Меня это совершенно не трогает. Мне очень приятно, когда мне пишут хорошие комментарии. Вот на это я обращаю внимание. Кстати, Нина говорит, что у нее уже иммунитет, да, выработался на плохие комментарии. Но, кстати, несмотря на то, что она уже много лет на YouTube, ее до сих пор цепляют комментарии. К сожалению. Так что, Ниночка, береги свою психику, не обращай внимания на гадости. Да, бывают действительно. Пишут просто гадости, я не отрицаю. Ну, в основном у Нины на канале это объективная критика. Фу, комары просто ужас, даже на телефон садятся. Ну ладно, ребяточки, я пошла дальше собирать грибы. Всем удачи. Пишите, чем вы сегодня занимаетесь. Собираете ли вы грибы? Если собираете, сколько собрали, мне бросайте фотки. В Дзене, кстати, можно бросать фотки. Делитесь своим уловом, кто собирает. Может быть, кто-то на рыбалку ходит. Кстати, я очень люблю рыбалку, но... Ох, давно там не была. Хотели, кстати, когда ездили в Краснодар, хотели... Блин, да это кошмар какой-то. Пойти на рыбалку, но не получилось. Думаю, в следующем году будет у нас отдых понасыщенней. Ну, уже не буду загадывать, не хочу. Но, надеюсь, больше такого не будет отдыха, как у нас сложился в этом году. Ладно, ребяточки, всем удачи. Пока-пока.